Это поселение Луневское. По просьбе жителей здесь благоустроили дворовые территории. Уложили новое покрытие, оборудовали тротуары и бордюры, спуски для колясок и народную тропу. Жители обращались с просьбой помочь в благоустройстве к специалистам выездной администрации. Мы обращались, потому что очень дороги были плохие, одни ухабы. Вот. Ну, сказали, что обратили внимание, все сделаем. Ждите. Вот, подождали немножко, все сделали. Выездная администрация – это возможность напрямую обратиться к представителям власти и депутатам. В этот раз встреча состоялась в Новых Химках. Около сотни жителей пришли в 12-й лицей, чтобы задать вопросы профильным службам. Любой вопрос, которого интересует житель, может решиться практически в одном окне. То есть разные кабинеты, но все те службы, которых зачастую интересуют жители, они все здесь. Либо вопрос решается сразу же на месте, либо администрация записывает этот вопрос и обязательно дает ответ жителю. Вопросы и обращения химчан на контроле главы округа Дмитрия Волошина. Он также регулярно встречается с жителями в ходе выездных администраций. В этот раз встреча прошла при участии уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой. Город развивается. Вы знаете, что с 1 января 2023 года территория Химок в 2,5 раза увеличилась. В числе участников химчанка Марина Федорова. Она живет на Юбилейном проспекте. Обратилась с просьбой заменить в доме изношенные коммуникации. Требуется обновить трубы, кровлю и провести капитальный ремонт. Кроме того, жители просят отремонтировать входные группы и заменить окна в подъездах. Вот это надо тоже все отремонтировать. И здесь все стены, все скамейки, это все нужно поменять. Жители отмечают, что формат выездных администраций позволяет решать вопросы оперативно и качественно. За один прием можно решить сразу несколько заявок. Вопросов было много, где-то порядка 10 пунктов было озвучено сегодня главе. Когда я первый раз попала на выездную администрацию, я оценила, собственно, этот способ коммуникации с населением, администрацией. И считаю, что это очень удобно. Вопрос еще одного жителя касался замены коммуникаций. Андрей Фролов рассказывает, что в их доме нужен ремонт подвальных помещений и входных групп. Специалисты ведомственных подразделений взяли этот вопрос на контроль. Мне кажется, с моей точки зрения, быстрее можно ответ на свои вопросы получить именно вот при таком формате работы. Сфера жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Химок особенно волнует жителей. Ольга Беляева обратилась к Николаю Батышеву с просьбой обновить газон в сквере «Весна». Результатом я пока довольна. Будем смотреть теперь, следить, чтобы все это воплотилось в жизнь. Обратиться к профильным ведомствам может любой житель. Следующая встреча состоится 8 августа в Сходне. Напомним, что с начала года в городском округе прошло уже 33 выездные администрации. Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.